Время, пора начинать. Начинаем. Фильм мне понравился. Вот, и где-то я вспомнил себя в каких-то моментах, даже во многих моментах. Вот, это реально вот фильм про детство, вот, про дворовую жизнь, про дворовый футбол. Хочешь вообще не играй? Иди, ищи себе новую коробку. Ага, пусть они себе ищут новую коробку. Я вообще обрадовался, что появился какой-то фильм про футбол, потому что их не столько много. Вот, и особенно про дворовый футбол. Вот, и, конечно, мне было интересно перед просмотром посмотреть, как вот, испытая какие-то чувства, может быть, вспомнил что-то. Я тебе звонила. Меня не слышал. Конечно, если Коня берет трубку, ясно, где его искать. Расти приходилось в тяжелых условиях. И играли действительно там, где возможно играть. Где угодно. Где был круглый мяч, там и пинали его постоянно. Лес, я чемпион Константин Мелехов! Здорово, чемпион! Мы иногда, когда даже не играли в футбол, мы иногда там представляли, что я там, например, там какой-нибудь там Писарев или, не знаю, там какой-нибудь Оленичев или Титов. Вот, и, то есть вот этим как-то жили настолько, что вот я там даю пас там Оленичеву, Титов там забивает гол. Вот. Как-то вот это вспоминается. И потом я прихожу в «Спартак» и играю с тем же Титовым в одной команде, или с Оленичевым. И вот что-то начинаешь это вспоминать, всю вот эту жизнь детскую. Вот. А вот она как бывает на самом деле, да. Основное время закончилось. 5 минут перерыв и дополнительный тайм до золотого гола. Есть реально шанс из здорового футбола попасть в профессиональное. Вот. Это, наверное, больше показывает, больше мотивирует. То есть этот фильм могут посмотреть не только спортсмены, а обычные люди даже. Вот. В плане того, чтобы получить мотивацию какую-то не только в спорте, но и в жизни. Мел, мы же вроде договаривались без гвоздя. Ты чё? Мы в футбол забились поиграть, а не махач устраивали. Так мы играли в футбол, нет? Ну, образы действительно интересны в этом фильме. Вот. И подобраны, наверное, со смыслом тоже. В общем, я поговорил с ребятами. Может, найти кого-то на замену. Договаривались без замены. Ну, смотри, вы вчетвером у нас еле выиграли. Ну, посмотрев фильм, да, действительно, там то есть такие движения, футбольные финты, что не каждый футболист профессионально это сделает. Ну чё, как спорт? Нормально. Вот пытаюсь 130 пожать, никак не получается. Ну чё, пожмёшь? Конечно, всем советую посмотреть этот фильм. И вот, опять же повторюсь, что для любого футболиста молодого вот, есть определенный шанс и мотивация, глядя на этот фильм, вот, что не опускать руки, даже если что-то не получается, вот, а идти дальше, поставить цель и бороться за нее. Твой двор, твои правила.